Привет всех! Мы с Захаром вышли на магнитную рыбалку. Очень ему хочется что-нибудь выудить из такого вот небольшого ставочка. Уже пару монет мы поймали. Ну, надеемся на гораздо больше улов. Оп. Первый бросок пошел. Давай. Тяни, тяни. Давай, давай, что-то тяжело там. Давай, что-то у нас есть. Давай, Захар, тяни, что-то поймал. Или зацепился магнит. Сейчас я помогу. Удалось нам закинуть на всю длину шнурка 30 метров. Так что думаю, какой-то улов сейчас будет. Так, сейчас посмотрим, получилось с этой попытки хоть что-нибудь достать. Давай, давай, давай. Может быть там. Так. Больше веса, чем больше. Опять какие-то камни. Ну. Что у нас, сынок? Две каких-то проволочки. Ну да. Можем их себя ставить, что-то будем мотать ими. Да. Две проволочки и два камешка каких-то железных. Вот такой получился улов с этого броска. Ну попробуем еще раз закинуть. Да, Захар? Закидывай. Да. Так, давай, супер бросок. Вот, плюхнуло хорошо. А ну давай, давай, может что-то тоже есть. Да, я понял. Немножко еще в бок, там есть колесо. Угу. Может, то колесо-то ставим? Так. Стоп.